Ты куда собрался, Владимир Иванович? Не. Чё? Смотри, не кури там в тамбуре. Курить нельзя, не махай руками. Не махай, Владимир Иванович. Только остановка была. А до Москвы. А? До Москвы. Теперь до Москвы. Багажник отлежал, посидеть, надоел, наверное, лежать. Да, Владимир Иванович. Как спалось, дядь Вов? Чё? Ерунда. Все как всегда. Ну ложись еще, отдохни. Куда? То вон туда сзади заткни. А, туда куда-нибудь. Это наше полотенце? Не. Проводница. Смотри, не прихвати с собой. А то нам штраф выпишут. Я бы молочка обдал, дядь Вов. А? Полковник. А? Я бы молочка, говорю. А? Что-то мы с собой не взяли в дорогу. В Москве возьмем. Возьмем? Угу. Все же деньги есть? Да поищем, есть там чуть-чуть. На пару флаконов молока хватит. А ты что, без молока не можешь? Нет. Почему? Не хочу. Всем доброго времени суток, друзья мои. Нам повезло, мы ехали одни. Никого не было пассажиров. Ну и тем... Нам лучше. И им тоже было бы лучше. Всем добра. Мы на подъезде к Москве. Сань, давай со стола собирать. Куда? А? Чё собирать со стола? Так мы еще не приехали. Чё ж мы будем собирать? Пойду в туалет, Сань. В туалет? Давай. Другой вагон не пошел? Нет. Там не отсюда видно. Поглядывай, Олег. Я срал по курсу. Как бы он там не задымил в толчке. А то сейчас будет все вонище по всему вагону.